Всем привет! Сегодняшнее видео будет посвящаться ремонту бензонасоса. Вот такой вот бензонасос. Многие ошибочно его называют плунжерный, хотя в действительности здесь стоят клапана и мембрана, ну, мембранного типа. Ну, в принципе, ремонт будет заключаться в чем? Это согнутый фланец. Здесь фланец согнут примерно где-то на зазор около миллиметра. Ну, визуально его почти не видно. Ну, думаю, видно. Просвет. Вот. Да, просвет есть. Ну, в принципе, это небольшой просвет. Но, тем не менее, неприятно, когда из-под бензонасоса начинает сопливить масло, и весь двигатель потом ниже сливается это масло, капельки эти, и весь двигатель становится замасленный, замусоленный, загрязненный. Ну, вот я специально сделал такое вот приспособление. Это резец отрезной. Ну, в принципе, можно любой кусок металлической квадрата или полосы взять. Ну, у меня просто резец попался под руки. Я просверлил два отверстия, нарезал в них резьбу на 8 на таком расстоянии, как здесь вот между вот этими отверстиями. Ну и непосредственно в чем заключается выравнивание фланца. Берем нашу приспособу и вот таким вот образом со стороны рычага ручной подкачки, он у меня без пружинки, но это не важно, вставляем бензонасос. Вот. Вставляем до момента, пока есть пластина или что у вас там будет под руками, упрется вот в эту часть. Здесь 90 градусов у нас имеет почти ровная поверхность. И мы ее вставляем и упираем. Затем ставим либо проставочки, либо вот у меня в качестве проставок гайки. И накручиваем обыкновенные гаечки. Так, берем горелочку и прогреваем наш бензонасос. Можно без прогрева, но не рекомендую. Лучше слегка прогреть, не сильно, но так, что как, я не знаю, ну, градусов 100-120. И потом обыкновенным ключиком все это дело потихонечку подтягиваем. При этом визуально здесь видно, допустим, если очень большой изгиб фланца, то там вообще будет видно прекрасно. По чуть-чуть подтягиваем и смотрим, наблюдаем, как выравнивается фланец.
Сильно быстро не нужно, спешка здесь не нужна. Потихонечку подтянули, дали выстояться, потом еще чуть-чуть подтянули. Даем остыть и потом раскручиваем. Так просмотрел, вроде уже ровный фланец. Так, разбираем. Раскручиваем наш бензонасос. Как видно, зазора почти нет. Ну, можно сказать, что почти что идеальное состояние фланца. Вот таким нехитрым приспособлением, кусок пластины толстой, две шпильки, можно выровнять фланец бензонасоса и ничего не протачивать. Всем спасибо, до новых встреч!